так было. Вот свадьба на воскресенье назначена. В субботу девки уже собрались, все это порабили, помогли, венок подготовили. Уже, а вот расскажите про венок, вот как его с чего рабили? Рабили из воска. У нас женщина да, была. Да, женщина была. А, старая, она одна? Да, она одна рабила. Ну, красивые венки она делала, красивые. А какого цвета? Всё. У меня вот она рабила, значит, белый. Вот, и такими вот велюшечками я эти цветочки обделывала. И розовые цветочки и зеленые. Угу. Если сирота шла, вот как я, мне были только зеленые были цветочки. Угу. Розовых не было. Я, наверное, такие... Так зеленые не листики, а цветочки. 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 И листики, само собой, и цветочки зелененькие. Угу. Да. И уже розового не было ничего там. Вот. А фата ну, какая была? А фата была, это, ну как вам сказать, тут же ж мало тогда ж было, а когда война кончилась, с Германии попривозили вот там, это такая, ну, тюль такая красивая. Трофейная? Да, красивая, да. Вот, вот это делали фату. Угу. А так а когда еще не было этой германской тюли? Ну, я уже тогда не... Ну, тоже доставали что-то, кто як мог. А марлю не? И марлю делали. Я, ну, на них не было, так делали же марлю, конечно. А да. Вот на вашей памяти... Крахмалили и все. А, крахмалили марлю. Крахмалили, да, да. Ага. А стужки уже на вашей памяти ленты не вешали? Вешали, мне косу плетали ленты полностью. А к венку не подвешивали? А як же? Вот, садись, садись, держу ставить, на держу ложить кожух. Угу. На кожух садить молодую. Угу. Все. Значит, это старшая шаферка, это уже начинает прибирать, допустим, от меня, так? Эта женщина, которая делала венок, она уже приносит и накинет уже на голову, а остальное уже это девки. Уже привязываете ленты и косу плетут сразу. А куда они ленты привязывают? И к венку привязывали, и уплетали косу. Ага. Длинные до самого пола ленты. А эта лента, она получается под фату идут, чи над фатой? Под фату. Под фату. Фату, да, под фату. Фата угу. Наверх. Да. Так а фата, ну, лента до пола, а фата? Да, а фата тоже. Тоже до пола? Тоже до пола длинная. А ее фата. Потом так вот закручивали? Вот так я залаживала вот так вот. Еще ага. Сюда наперед такое на ты была. Да, на шею. А да. На шею. А лента там висят сзаду? А ленты висят, да. Ага. Да. И косажу плетенные ленты и все. Ага. А то их фата через плечо, да? Через плечо. Я сюда вот перекидала наперед. Так она там два раза у вас да, была замотана, как да, на перед еще да, висеть? Да, да, ага. Да, да, да. Длинная а, была ага. Очень. Да. А это в каком вы годе замуж шли? 50-м, 10-м сентября ага. А ваше веселье было в каком годе? В 65-м. Ага. А у вас какой был венок, расскажите? Такие самые. Так та женщина делала вам? Нет, а ей не было, но... Ну, венок был подходя красиво. В общем, моя двоюродная сестра и шла замуж раньше на год, и она оставила той венок, и я одевала той один венок. Один от ногу брали от этой женщины. Калина, а ей рабили на стародорожчине. А, так так вот можно было чужий венок взять, да? Да, да, можно было, да, можно ага. Было. Да. А вот как вот на самим веселье, то девки вот хапали той венок, каб замуж пойти? Нет, на веселье так. Вот это, если, значит, на второй день уже угу. Дарят каравай, или если хлопец к себе берет, значит, уже у его, она дарит ее каравай. А если ее примет, то у ее вечером дарят. О, уже у юн тады. И вот, подарили каравай, угу. Все. Посидели, выпили, идя мати, снимая венок. Мати ягодная? Моя. Ваша мать, ну, молодой. Мачеха была, да, угу. У меня мачеха была. Снимая венок, угу. И вот возле образа вешая на это, на кут. На кут. Это веночек, угу. Да, да. Вот, где эта елочка, что прибранная была, уткнута в каравай, угу. Вот, за в окно, за шалюку затыкалась, и она, угу. И это венок рядышком вешался, угу. Вот, и завязывала уже хусточку, все. Была, угу. Кажется, девица, стала молодица, и угу. Все, вот. И все, и это венок там висел. И твоя мать и хусточку завязывала. А я же. А я невестки, так я завязывала. Правильно, правильно. Ну, ты, не так, у нас так. Ну.
Так мать, ну так моя ж это, у меня ж мачеха была. Ну так все равно. Ну все равно завязывала, ну завязывала. Так это венок заставался у батьков молодой у хаті, да? Да, да, оставался у хаті. А на вашем веселье вы уже, ну, до молодого? У меня осталось. Ну потом свадьба отошла, все снимается, отдается. Если ты не берешь, что на все время на пользование, не платишь же этой женщине, значит, забирая она и опять подделывая, и следующие. Ага. Уже свадьбы пользуют это сами венок. Ага. А у вас так же было, что вот у вашей матери венок застался? Як? Ну, у тебя, а ты кто снимал венок у тебя? А я и забыла, кто снимал.